Федерация вольной борьбы Севастополя имеет большие спортивные традиции. И в нашем городе-герое целое поколение звезд этого олимпийского вида спорта. Заслуженный мастер спорта Гулюткин, чемпион и обладатель Кубка мира. Мастер спорта международного класса Маршаня, чемпион Советского Союза. Мастер спорта Албегов, победитель крупнейших международных турниров. Наставник известных борцов-вольников, заслуженный тренер СССР, Украины. Мастер спорта Иван Бочаров, участник обороны Одессы, Севастополя, Кавказа. Ежегодно в нашем городе проходят состязания-турниры. Мы помним памяти Сергея Каналюка, памяти Ивана Бочарова и турнир «Старая крепость». Костяк участников составляют юноши и юниоры, перспективная молодежь. Соревнования по вольной борьбе в этом году стали самыми массовыми и проходили в Центре физического здоровья «Спорт для всех», в котором выступали борцы, и среди них два международника из России, Молдовы, Украины. Каково у нас действительно воспитание подрастающего поколения? Турнир борцовский, турнир для Севастополя уже традиционный. Это действительно турнир памяти нашего героического земляка. В Севастополе очень уважают Сергея Каналюка. И, в принципе, то, что сегодня здесь собралось 322 участника из трех государств – Украина, Россия и Молдова – говорит о значимости турнира. В последнее время высоких результатов добились мастер спорта Александр Кобзарь, двукратный чемпион Украины, мастер спорта Михаил Рожок и Роман Пипия и чемпионка Украины, мастер спорта Дарья Ибрагимова. Сейчас тренеры по вольной борьбе делают ставку на юных спортсменов. Турнир имеет огромное значение, воспитательное значение и физическую подготовку нашей молодежи. Соревнования по вольной борьбе, 12-й всеукраинский турнир «Мы помним памяти Сергея Каналюка» стал настоящим спортивным праздником этого олимпийского вида спорта. Владимир Милянский, Денис Александрович, программа «Наше время».